Итак, контроллер мы уже собрали. И немножко его сейчас испытываем. В принципе, оказался достаточно чувствительный. Он там сейчас, видно, температура начинает падать. И, соответственно, у нас он горит индикатор, что у нас твердотельный реле работает. Включать его пока на силовую нагрузку не стал. Но при всем при этом. Кстати, термопара обладает очень неплохой чувствительностью. Вот я даже сейчас вот в руку держу. Она достаточно резво очень реагирует на то, на изменение температуры. Ну и, соответственно, у нас начинает с другим алгоритмом работать уже реле. Вот сейчас оно перешло уставку, которая стоит 25 градусов на данный момент, и оно уже перестало работать. То есть температура выше пошла. Вот. Что немножко, ну так, не то, что он разочаровал, скорее было ожидаемо, то, что вот эти вот клемнички, которые, ну, производителем были одеты, скажем так, на термопару. Ну, по своей сути, конечно, да, это изрядное дерьмо, которое слетело, как только я его взял в руки. Поэтому, соответственно, даже если посмотреть, тут на всех проводах везде вот установлены опрессованные оконечники, которые, как бы, ну, просто я считаю, что их правильнее ставить, они попуй правильнее везде. Ну и провод, поскольку гибкий, соответственно, это надежнее банально. Также, соответственно, с подключением на самом здесь он посадил термоусадку и опять те же конечники. Ну, просто проводочек хлипенький, хоть он, конечно, и рассчитан, видимо, на высокие температуры, но все-таки достаточно нежный, чтобы с ним, скажем так, обращаться вольготно, поэтому сделано так. То есть проблемы в этом нет. Вот сейчас вот температура опять же выровнялась, он начинает опять же по своему алгоритму подрабатывать твердотелкой. Кстати, он не обязательно. С полярностью не стоит путаться, иначе твердотелку можно будет поменять на новую, что было бы нежелательно. Вот. Так что устройство рабочее. Почему нет? Так что свои, конечно, испытания под силовой нагрузкой оно пройдет, но пока те моменты, которые я с ним поиспытывал, в принципе, оно выполняет все необходимые функции, имеет достаточное количество настроек. То есть термопара вполне спокойно выходит, даже он с помощью промышленного фена. Вот. Элементарно выдает показания температуры до 300 градусов, хотя мне написано 400, но я дальше его просто не гнал. Смысла нет, он у меня все равно больше 100 работать не будет. То есть я очень сильно, когда его первый раз увидел, переживал за то, что она, скажем так, может быть очень сильно инерционна, потому что работать ей все-таки с воздушной средой. Меня это напрягало. Но приятно удивило, что оказалось, что она инерционностью практически обладает минимальной. То есть для своей конструкции, то есть вот такого рода датчик, да, я думал, что он, конечно, будет гораздо более инерционный. Но, по крайней мере, ну, если проводить аналогию с отечественными, скажем так, термопарами, они, соответственно, обладают достаточно большой инерционностью. Поэтому, как бы, вот ожидания немножко не оправдались, что и радует.